Большой праздник прошел для подопечных Центра социальной помощи семье и детям. Посвящение в первоклассники. На нем побывала и наша съемочная группа. Посвящение в первоклассники – это ежегодный праздник для детей из малообеспеченных, многодетных семей, а также для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обычно он проходил в клубе «Строитель», а в этом году мероприятие было организовано на открытом воздухе с учетом эпидемиологических требований. Но от этого праздник не стал менее торжественным. Напротив, все было очень ярко и красиво. Да и погода не подвела. Светило яркое солнце, радуя и согревая своим теплом участников и гостей праздника. Поздравить будущих первоклассников с началом новой школьной жизни пришли депутат парламента Кузбасса Валерий Игошев, начальник управления социальной защиты населения Юрий Алексеенко, а также предприниматели города. То есть все, кто помог устроить этот замечательный праздник для детей. Дорогие ребята, хочу вас поздравить с таким праздником. Он бывает только один раз в жизни. Совсем скоро звучит ваш первый школьный звонок. Вы сядете все за парты, будете учиться считать, писать. И за это будете получать очень хорошие отметки. Я вам желаю получать только четверки и пятерки. Учиться так, чтобы все знания, которые учителя вам дадут, вам пригодились в жизни. Вы вырастете большими, успешными, умными людьми. Но родителям хочу пожелать большого терпения. Помогайте им во всем, в этой учебе. Для них это очень серьезно. Добрый путь вам. Сегодня праздник, который организовал наш центр, наши сотрудники для вас, и в том числе, дорогие дети, и для нас, взрослых. Мы еще раз окунулись в то время, когда мы пошли в первый класс. Ну, в то время, наверное, таких праздников шикарных не было, как сегодня. Хотелось бы, чтобы сегодняшний праздник остался в вашей памяти на всю жизнь. Дорогие дети, хочу пожелать вам самое главное – здоровья крепкого, хороших и отличных оценок. А родителям – терпение. Терпение и еще раз терпение. Ну, естественно, крепкого здоровья. Все то, что сделано нашим центром, пускай останется в памяти, потому что многие годы, которые вы ходили сюда, приходили не зря, потому что вы 1 сентября станете полноценными школьниками, первоклассниками, приобретете новых друзей, своего первого учителя. Успехов вам во всем! С праздником вас, дорогие друзья, дорогие дети! Как и любой праздник, праздник посвящения первоклассники не обошелся без шуток, веселых игр, песен, стихов и танцев. Поздравить будущих первоклашек с началом первого в их жизни учебного года пришли танцоры из ансамбля «Русский стиль». В рамках городской акции «1 сентября каждому школьнику» предприятия, предприниматели и общественные организации города помогли собраться в школу детям из семей, которые в этом нуждаются. На празднике почетные гости вручили ранцы с набором канцелярских принадлежностей 51 ребенку. Получив такие подарки, дети сразу ощутили себя настоящими первоклассниками. И от этого радость и гордость озарила их лица. Сережки и Наташки, теперь мы первоклассники и смотрим на И какой же праздник без сладостей? От предпринимателей города всем первоклашкам были вручены сладкие подарки.